И к новостям спорта. 5 финалистов из 6 возможных. Дагестанские вольники удачно стартовали на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске. Турнир с участием борцов из 24 стран планеты стартовал сегодня. Об итогах первого дня в сюжете Курбана Рагимова. Минус 17 мороза в заснеженном Красноярске. С минуты на минуту в стенах этого дворца спорта стартует 35-й юбилейный международный турнир на Кубок Ивана Ярыгина. А это значит, что сегодня, а также в течение 3 соревновательных дней здесь намечается глобальное потепление. Первый турнир вольников в сезоне в этом году собрал спортсменов из 24 стран. Это более 350 участников. Для россиян состязания носят статус отборочных перед чемпионатом Европы, поэтому страсти на ковре и на трибунах нешуточные. Для Курбана Шираева турнир в Красноярске особенный. Хасыртовец дважды увозил отсюда золотые медали. В этот раз также настрой серьезный. На пути к финалу в весе до 70 килограммов борец клуба «Искра» одержал 4 победы с общим счетом 24-2. В решающей схватке его ждет принципиальное противостояние с Иналбеком Шираевым из Кабардино-Балкарии. Одна из лучших атмосфер бывает именно на Ярыгинском турнире. Здесь очень много бывает болельщиков, которые болеют, поддерживают меня и вот приходят даже именно мои схватки посмотреть. Однозначно это очень приятно и хочется тоже придать им какую-нибудь улыбку на лице, да, и себе тоже, конечно. На этот раз решил, что нужно уже сосредоточиться, навязать свою борьбу. И этот ярыгинский турнир уже нужно забирать третий раз, так как впереди чемпионат Европы. Я думаю, что чемпион Ярыгина уже заработает себе путевку на чемпионат Европы. Румынии. Так что, иншаллах, все получится. Что касается двух самых легких весовых категорий до 57 и 61 килограмма, то тут преимущество дагестанской школы борьбы оказалось подавляющим. В обоих финалах представлены только наши вольники. Олимпийский чемпион Заур Угуев проверит молодого земляка из Хасавюрта Мусу Мехтиханова, а чемпион мира Абаз Гаджи Магомедов попытается еще раз одолеть его брата Муслима Мехтиханова. В тренерском штабе сборной Дагестана итог выступления на старте турнира считают сверхуспешным. Фактически это первые веса, это наши веса, мы на них рассчитывали, мы планировали, что это будут наши финалисты, поэтому они выполнили, оправдали наши ожидания, и я сегодня с хорошим настроением покидаю этот дворец спорта. Будем ждать завтрашних дней. Первые обладатели золотых наград Ярыгинского турнира станут известны завтра вечером. Утром же в борьбу за путевки в финал вступят борцы трех весовых категорий до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.